В Самаре резко возросло количество ДТП по вине водителей, которые используют слишком плотную тонировку на передних стеклах машин. Темная пленка мешает обзору. Зачастую автомобилисты просто не замечают помехи на дороге и попадают в аварии. Если светопропускаемость составляет ниже 70%, водитель привлекается к административной ответственности. Ему накладывается штраф в размере 500 рублей и выносится требование, значит, на устранение данной неисправности. Светопропускаемость проверяют сверхточным прибором отечественного производства. Прислоняем его к боковым стеклам, либо лобовому стеклу. Проверяем светопропускание стекол. Если оно превышает составляемый административный материал, граждане относятся к этому с пониманием. Если водитель не устраняет нарушение в течение суток, ему грозит повторный штраф на сумму от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.